Всем привет, друзья! Сегодня приглашаю вас прогуляться вместе со мной по нашим магазинам светофор города Вязьма. Давайте посмотрим, какие же новиночки появились в продаже на этой неделе. И надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Новинка среди средств для стирки, и это набор капсул для стирки. В этой упаковке 30 разноцветных капсул. И, естественно, каждая капсула рассчитана на одну стирку и хватает для стирки белья весом 4,5 кг. Неплохо ароматизирует белье после стирки, и цена наборчика 317 рублей. А еще сейчас в большом количестве завезли пластиковые ящики, боксы для хранения вещей. Например, маленькие боксы объемом 16 литров стоят 187 рублей. Это боксы из прозрачного пластика с крышками-створками. Заговариваюсь слегка. Есть еще вот такие большие ящики. Стоят они 352 рубля. И объем у них 36 литров. Они имеют более широкое дно, но при этом по высоте низкие. На дне имеются 4 колесика. И всегда проверяйте их наличие. И створки точно такие же распашные. И самый большой вариант бокса объемом 100 литров стоит 664 рубля. Это самый большой ящик, который можно найти продавцу. Даже в магазине. Новый наполнитель для кошачьих туалетов стоит 184 рубля за пакет объемом 20 литров. Вот таким образом выглядит этот наполнитель. По характеристикам ничего сказать не могу, потому что проверить никак не получится. У меня кота нет. Если вдруг покупали, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Изготовлен на основе природных минералов. Преддверные прорезиненные коврики размером 40 на 60 сантиметров. Стоят они 99 рублей. Коврики хорошего качества и продаются в двух вариантах расцветки: темно-серый графитовый и светло-серый. Среди посуды тоже нашла новиночку – хрустальная ваза-конфетница. Выглядит достойно. Посмотрите, какое прозрачное стекло, как переливается красиво. Она очень увесистая, в руке было держать ее даже тяжеловато. Стоит 280 рублей. Также появилась новая прихожая. Это прихожая из ЛДСП, стоит 2743 рубля, имеет стандартную комплектацию. Вешалка размером 119 сантиметров на 60, а также тумба размером 45 на 60 сантиметров, глубина 35,5 сантиметров. А вот тут я слегка сначала не поняла, что же продается вот в таких сумочках. Думала, что это обычное покрывало. Но нет, это теплые пижамы из мягкого материала Велсофт. 100% полиэстер, но при этом такой материал не электризуется. Пижамы действительно приятные на ощупь. Расцветок очень-очень много разных. Есть более яркие, есть спокойные. Плотность 280 грамм на квадратный метр. И размеры 48 до 56. Цена 899 рублей. И точно из такого же материала продаются мужские халаты. И хорошо, что в магазине был один халатик распакованный, и мы с вами сможем сейчас его поближе посмотреть. Халат с капюшоном, имеются карманы, также пояс для фиксирования. Размерный ряд 48 до 60 и тоже продается в разных цветах. Что же появилось вкусненького на этой неделе? Это мягкие вафли. Они так называются. Вафелька мягкая с клубничной начинкой. Продается в стандартных килограммовых коробках. Стоит 219 рублей. Ну а если вы любите более хрустящие печеньки, то можно обратить внимание на печенье хрусталанта с семечкой. Чем-то визуально похоже на овсяное печенье с добавлением семечек. Цена 122 рубля за коробку весом 600 грамм. Конфеты от производителя Коммунарка. Называется «Клубничное облако». Цена 125 рублей за пакет весом полкило.
И вот это печенье по описанию меня очень сильно заинтриговало. Это хрустящее печенье, внутри которого есть шоколад. Стоит 96 рублей. Тыквенные семечки обжаренные. Цена 170 рублей. Конечно же, чипсы – это не товары первой необходимости, но просто обратите внимание, как интересно они сделаны, чипсы-подушечки. Это настолько вот такие воздушные подушки, штучки, что выглядит завораживающе, интересно. А как на производстве все это сделали, цена 53 рубля. Снова появился в продаже натуральный напиток из сушеного шиповника. Супер полезная вещь, особенно сейчас в период простуд. Присмотритесь, цена 100 рублей за пакетик. Натуральный цикорий. Идеально подходит для тех, у кого непереносимость кофеина. Если вы вдруг хотите ограничить себя в употреблении кофе, такой напиток действительно помогает. Цена 40 рублей. И еще завезли кофейный напиток. Это специальная смесь на основе ячменя, ржи и с добавлением уже немного натурального растворимого кофе. В отделе заморозкой заметила крем десертный. Это что-то похоже на мягкий мусс с манго, но при этом сразу хочу отметить, что в составе есть заменитель молочного жира. Еще один вариант молочного десерта с творогом. Производитель Буренкин Лук. Это у нас творог с добавлением черники. Также в составе есть заменитель молочных жиров. Цена 52 рубля. Набор новогодних пластиковых игрушек. Это игрушки у нас разной формы. Тут есть и олени, и шишечки. А в каждой упаковке по 12 штук. В комплекте также идут веревочки, что очень удобно. Цена 199 рублей. И расцветки таких наборов есть разные. Снова появились в продаже диско-шары за 478 рублей. И вот только-только выставили на полочки ночники детские. Это тоже по типу светопрожекторов, светопроекторов. Ценника пока на них не было, но посмотрите, как классно воспроизводятся рисунки. Представлены они с морскими обитателями, причем в двух вариациях. Отличаются чуть-чуть картинками. И есть еще проекторы с изображением звезд, то есть проектор «Ночное небо». Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация о новинках магазина «Светофор» была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.